сама леді сексуальність сучасного шоу-бізнесу не тільки в просторі України, а й за її межами. Популярна співачка Світлана Лобода. Екс-солістка найсексуальнішого гурту «Віагра», учасниця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» Світлана Лобода. Співачка неодноразово з'являлася у своїх кліпах у надто спокусливих образах. Якщо, видимо, природа позаботилась так, що во мені це є, то я просто це не скриваю, а, мабуть, правильно це прикриваю. Відверті наряди, еротичні рухи – усе це додає неабиякої слави Світлані Лободі. Великолепна ігра спочатку була, а зараз вона вже всіх убедила, що вона сексуальна. Для мене взагалі тема сексуальності, вона якась дуже немного странновата, тому що все, що відбувається зі мною на сцені, в моїй житті, в моїй роботі, це органічно. Я нічого не придумую, нічого не роблю. А от мені подобається Лобода в житті. Скромная, в очках, воспитанная, культурная, очень грамотная. Світлана Лобода вже неодноразово епатажувала своїми еротичними фотосесіями на сторінках чоловічого журналу. Але остання еротична фотосесія – як вибухівка сексуальності та надмірної відвертості. Світлана Лобода майже злилася в єдине ціле з Максом Барських. В екстравагантній фотосесії під назвою «Небезпечні стосунки». Тобто красива ручка. Навряд чи хтось залишиться байдужим, спостерігаючи таку відвертість, сексуальність та зухвалість на світлинах. Тяжело, наверное, было сдержать себя во время фотосессии, потому что некоторые сцены были весьма откровенные, и когда рука, например, Светланы была где-то близко возле меня, конечно, чувствовалась энергия ее, и хотелось соединиться вместе с ее энергией. Ну, об этом можно говорить, потому что я красива, потому что красивое тело, мужское тело, женское тело, где-то оно соприкасается. Интересное совмещение бытовых вещей, то, что придумал Алан Бадоев, и частичной эротики. Это всегда может будоражить, потому что это ежедневно соприкасается с каждым из нас. Света из тех певиц, которая действительно, даже если будет очень сильно одета, то ее динамика поведения, харизмы, активность вообще, она такая южанка, да, допустим, если Тина это больше такой спокойный молочный человек, можно так охарактеризовать, то Света это коньяк. Жінка-завойовниця Світлана Лобода. Завдяки своїй харизмі вона стає дедалі популярнішою. И я думаю, что она не является секс-монстром, который хочет иметь всех мужчин в своей постели. Я думаю, что это тот как раз-таки образ, который лучше продается, как горячие пирожки. Вот, но я думаю, что Светлана, она стала заложницей даже если она уже устала от этого образа, она все равно вынуждена будет сниматься с Максом Барским, с кем-то еще на обложке журнала XXL, в самое что ни на есть конкретный пульс. У павутиння сексуальності Світлани Лободи потрапив навіть ще зовсім юний учасник третьої української фабрики зірок Микола Серьга. На одному зі своїх виступів на концерті фабрики Микола Серьга присвятив пісню саме Світлані. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, Светку Лободу, она до сих пор не любит меня и ночует с другим. Мне предупредили, что там будет номер, посвященный мне, и вообще фабрика это вся опять пропахла Светланой Лободой. Я села посмотреть и начала улыбаться, когда услышала текст. Но когда в конце он сказал, хочется и Ани Лорак, хочется и Виагру, но черт побери, люблю одну Лободу, я говорю, это же мурашки по коже в какой-то момент. Ну, такое было ощущение трепета, и прям этого человечка, кто-то сказал, ну, такое хорошенькое. Он честный, он честный в своих эмоциях, в своей дурашливости, в том, как он себя подает, в том, как он себя ощущает. Я очень люблю в людях честность.